Группа людей в масках, вооруженных молотками, осуществили налет на ювелирный магазин средь бела дня. Но они были вынуждены выбежать спустя всего 15 секунд, оставив весь персонал в недоумении. Как все произошло? Вооруженная группировка из 4 человек осуществила нападение на ювелирный магазин Goldsmiths прямо на одной из торговых улиц. Это был самый обычный рабочий день, когда это случилось. Четверо грабителей в масках были зафиксированы двигающейся камерой видеонаблюдения, установленной на магазине. Затем камеры магазина в CCTV запечатлели, что происходило дальше. В момент происшествия я работала в этом месте, и я просто услышала шум позади меня. Один из них подбежал к нам, приказывая лечь на пол и положить руки за голову, затем к витринам. Стал разбивать их. Мы спрятались за витриной, и я закрыл Лору рукой. Грабитель следил, чтобы мы находились в таком положении. Состояние шока, дрожь. Все, что я видела, это битое стекло, падающее на голову, как будто куча иголок. Все происходящее казалось нереальным. Это было ужасно. Четверо грабителей быстро разбили витрины с помощью молотков, принесенных с собой, чтобы начать сгребать драгоценности, но столкнулись с проблемой. Во всем этом ограблении произошла только одна вещь, которую грабители совсем не ожидали. После того, как сработала сигнализация, дым стремительно начал распространяться по магазину, что заставило грабителей сразу выбежать, как видно на этих кадрах. Перед нами работники магазина Мэтт и Джо. Итак, что вы можете сказать о ворвавшихся грабителях и в целом о произошедшем? Только то, что система действительно хорошо работает. Мы нажали кнопку как можно скорее, и смоук-скрин сработало очень быстро. Это делает нас уверенней. Теперь у вас есть система смоук-скрин. Когда она выпускает дым, дым распространяется очень-очень быстро, не так ли? Да, не прошло и 3 секунд, как система начала свое действие, и дым распространился по всему магазину. Итак, главное, задача смоук-скрин – это дезориентировать нападающих выпускающимся дымом, чтобы они быстро выбежали из дверей магазина. Да, если они видят, что система сработала, что дым начинает быстро заполнять магазин, это их останавливает, и они, боясь оказаться в ловушке, скрываются с места преступления. Даже находясь в шоковом состоянии, персонал очень быстро реагирует, и вы всегда в курсе происходящего, так как камеры находятся в торговом зале, а изображение выводится на экран, верно? Да, экран закреплен у меня над головой, прямо перед лицом. А как вы себя чувствуете с этими охранными системами? Вы нервничаете? Нет, я не думаю, что есть какой-либо повод сомневаться. Они работают на 100%. Отлично. У вас есть заветная кнопочка на оборотной стороне галстука. Приготовьтесь ее активизировать. Итак, момент истины. Давайте скрестим пальцы, нажимайте на кнопку активации. Воу, она действительно срабатывает очень быстро. Нет, вы посмотрите, дым идет очень быстро. А теперь я предлагаю открыть дверь. В противном случае Дэйв не сможет выбраться самостоятельно. Воу, совсем ничего не видно. Как здорово выйти на дневной свет. Это непередаваемо. На собственном опыте убедился, как работает эта система. Я был шокирован этим фактом внезапности. Могу с уверенностью заявить, она в высшей степени эффективна.